Всем здравствуйте. Сегодня мы наконец-то закончим The Evil Within полностью. Точнее, последняя DLC, которую вообще надо мне было пройти уже очень-очень давно. Ну, МГС там, Бэтмен, все сбилось. Насрать. И в DLC самой не хотелось играть, потому что это совершенно не то, что я хотел от DLC. От DLC чего ты ждешь? Повторение того же самого, но только лучше. Лучше там сюжет. Но да, предыдущие два рассказывали нам сюжет. Раскрывали немножко, да, то есть то, что жена как его звали-то? Кастеланоса. А как его вообще зовут? Имя. Имя! Не помню. Короче же, жену раскрывали, что она, как я и думал, на эту самую организацию работает, то есть попала. То есть я думал только, что она как бы умерла, да, то есть Аня к ним перешла. Но я думаю, это не раскроет ничего из того, что мы уже знаем. Да и вообще можно уже практически собирать уже. То есть... И так понятно, что будет вторая часть, которая будет рассказывать о других махинациях этой компании. Не так просто они клиффхенгеры сюда свои завезли. А это просто так, знаете, чтобы поприкалываться. Типа, ой, вы хотели продолжение игры? Нет. Мы сделаем какое-то дерьмо. Ну давайте начинать. Хер знает. Наверное. Да, я понимаю, что они, конечно, может, захотели разнообразить игру, да, то есть. Но зачем? Представьте, что там получаешь DLC к Ведьмаку, а на самом деле это стратегия какая-нибудь. Ты хотел продолжение Ведьмака, ты хотел разговор. Но нет, ты получаешь какую-то сраную стратегию. Вот и я хочу хорроры, а не слэшеры от первого лица. Не стелс за бабу. Нет, я хочу. Ваша дочь находится внутри системы Стэма, она подключена к ней, не сможет самостоятельно из нее выйти. Чтобы освободить ее, вы должны также подключиться к STEM и ликвидировать всех остальных подобных, будучи что-то там. Ваш облик в системе STEM будет не тем, к которому вы привыкли, но для этого же блага вы сами в этом убедитесь. Но это для вашего же блага, в этом вы убедитесь. Что я понял из рекламы? Под влиянием STEM память вашей дочери будет постепенно стираться. В конце концов, она станет одним из существ системы STEM. То есть это происходит во время происшествия оригинального. Мы окажем ему поддержку, но вы должны действовать, пока не произошло непоправимое. Вот эта жена, кстати, его, Кастеланса. Мы берем на себя роль... Сейфоголового. Я не помню, как его. Экзекьюшнер. Окей. Играем мы от первого лица, конечно же. Пытаемся спасти какую-то дочь. Но я только не понял. Мы тот самый? Или сейфоголовый? Или нет? Как ходить-то? О, на стрелочках. Обожаю. Эта игра постоянно мне приносит удовольствие. Назначение. Delete. Не то. Нет. Так, по умолчанию где? Тварь. Да, пускай. Ой. А я не знаю, что с этой игрой. Мне всегда приходится так делать.
О, привет, курсор. Как дела? А, пробел. Директивами объявился номер один. Установить синхронизацию. Последний подопытный успешно внедрен, приведена синхронизация с сейфоговым существом. Вы можете использовать нашу несущую частоту для поиска остаточных следов сильных эмоций. Новые директивы будут передаваться и размещаться в пространстве эксперимента. А все, ничего нет. И чё это? Окей. Так, где пинок? О май гад. Это просто ужасно. Чувствительность мыши. Чё такое неравноправие-то? 20, так 20. 20 тоже говно. Но уже получше. Плюс от DLC ты ждешь что-то нового. Но здесь, по сути, кроме... Вот здесь новое, да, геймплейна. Но локации все старые будут. Да, то есть... Иди сюда, сука, вороны. Вороны. Кар-кар. Ну, пожалуйста. Ну, кар-кар. Иди сюда, тварь. Куда? Подождите. Нам сказали же всех уничтожить, да? Подожди, дайте угадаю. Мы сами это и есть. Да, то есть. Нас же все равно же втащили, да, то есть. По сути, мы как бы отец этой дочери, то есть у нас эмоции всяко должны быть. Бросок. Катина, вставай, где мои деньги, тварь. Боже, долгий вот этот. Я бы не сказал, что это плохо, но... Ожидать ты хочешь другого, а не этого. Еще денежки какие-то, что за бред? Почему Костелансу не давали денег? Нормально. Стулья. Деньги где? Where is my money, мать твою? О, аптечка. Ну, боже, еще надо подбирать эти деньги. Капец. Папа, доктор сказал, что ты придешь и спасешь меня. Когда же ты придешь? Тут повсюду чудовище. Я с ума сойду. Кто сказал? Выпинывай эту дверь. Это еще чё? Магазин. Те другие люди вообще живые или мертвые? Отличный вопрос. То есть он сохраняется как Кастеланус. Окей. Это что еще за хрень? Ау. Ау. Щей. Динамит. Значит, и все. И сердце. Это как в этом Капитан Планета. Сердце. Нажмите кольца мыска. Я не эстонец, а там могу говорить. Нет, это даже не эстонец, кольцкомыска. Я не знаю даже, что это старое, нет. Удар ногой. Пинок по яйцам. Пинок по яйцам. В семье незаменим. Привет, девочка. Это нельзя. Это нельзя. Хоть что-нибудь можно. Это тоже нельзя. Money. Окей, нажал.
подобрать. Дневник дочери номер 3. Я видел дядьку, который убивает монстров. Наверное, мне надо сходить к нему и спросить, что случилось. Он может знать папу, но вдруг он тоже окажется чудовищем. Поэтому все свои записи, вещи оставлю здесь. Ну ок. Какой файл? Файлик, ты где? Ну ок. Вот пиновые двери тут полегали вообще. Понаставили дверей. Так. Боже, а вы поближе-то не можете? Директива Мебиус номер 2. Ликвидировать подобного СВ-212, убийца. Данный эксперимент посвящен изучению методов извлечения личности из пространства STEM. Ваша цель — спасти дочь, помещенную в STEM, путем уничтожения остальных подключенных подопытных. Всех подключенных, да? Подобный СВ-212, осужденный за убийство, полностью подчинен STEM. Его влияние растет, он нарушает паттерны памяти вашей дочери. Ликвидируйте СВ-12 и проведите оценку состояния девочки. Дополнительная информация. STEM постепенно стирает воспоминания подобного, а также изменяет его личность и внешний вид до тех пор, пока не починит себе полностью. Изучение данного инцидента Рувика показало, что сущность по имени Рувик смогла покинуть систему STEM и перейти в физическое тело подопытного Лесли. То есть это происходит после уже кампании, как оказывается. Лесли Визерса. Уизерса. Уизли. Вот так вот. Первый этап посвящен исследованию эффектов ментальной деградации, вызванных СЭМ при более атипичных способах выхода. Передача информации извне и отслеживание объектов в системе СЭМ осложняются ошибками и временными задержками при разрешении любых ситуаций, полагаться на собственные суждения, следует подключение СЭМ подопытных подростков женского пола детективу. Кастеланос, привет. Один из братьев-близнецов. Осужденный за убийство. Пациент психиатрической клиники. Солдат в отставке. Отец подростка женского пола. То есть, по сути, чтобы спасти одного, надо убить всех остальных. А из этого можно было бы хороший сериал делать. Honor памяти. И чё? Пробел. Дядька сказал, что раньше он был просто убийцей, а сейчас работает убийцей чудовищ. Еще он сказал, что собирает эти забавные знаки. Просил меня их поискать, но как только я собралась положить знак в карман, он закричал очень страшно. Посмотрели на меня, если бы я попытался бежать, он мог меня убить, эти нет тоже. Так. Там. What the fuck? Ты пластмасса поганая. Не. А движок так-то говно. Не, ну на самом деле он ничего, но... Привет. Вы когда-нибудь видели, чтоб он приседал? Пройди в дверь, пожалуйста. Hello, мазапака. Ну, кто-нибудь еще? Монетка. А нет, они собираются. Блин, да что ж у тебя с проходами-то такие проблемы? Вот игра, знаете, в детскую игру. Или, ну, или в платформер какой-нибудь. Там Крэш. Привет. О, ХП могу прокачать. 0,8... 212. А, СВ. Тьфу. Сам читал, сам не помню. Срать. Здесь сюжет не главное.
Это я помню, здесь втыкать надо в мозг как-то было. Я так и не понял, как, но... ХП не надо. Стенограмма субъекта СВ-12... 212 убийцы. Ни о чем таком меня не предупреждали. Временная отметка 01. Эти ублюдки ни черта не умеют драться. Временная отметка номер 2. С той старой кадгой, которая запихнула меня сюда, и то было прикольнее развлекаться. Временная отметка номер 3. Какого черви здесь делает ребенок? Я думаю, тут одни безбанковые зомби. Временная отметка номер 4. Какой еще папа? Что за херня? Я тут при чем? Временная отметка номер 5. Так и знаю, что малолетке нельзя доверять, решил прикарманить мою добычу. Временная отметка номер 6. Какого черта я слышу, как кто-то шепчет мне на ухо. Временная отметка номер 7. Решили влезть мне в голову? Думаете, вы меня раскусили? Временная отметка номер 8. Не смейте мной командовать. Временная отметка номер 9. Куда подевалась эта милая малышка? Должна быть где-то здесь. Временная отметка 10. Теперь я знаю, что вам меня нужно. Так вот зачем вы меня заманили сюда? Временная отметка 11. Думайте, я подобная крыса, думайте меня голыми руками. До всех порешу, на! Давай. Эй, ликвидируйте садиста. Так он вроде убийца, а не садист. Нет? Окей. Hello, motherfucker. О, дай ему мой край. Привет. How do you? What do you? Иди сюда, на. Оп. Так возьму. Да ну. На рыбой. Я не знаю, чем он там бьет. Рыбой. Да вашу мать. Садист. Иди сюда, тварь. Пока. Я пошел. Лампа. О, может, чем-нибудь кинуть можно у него? Нет? На, пока пособираю. Так, ХП я зато знаю где. Где-то здесь. Hello! How's the deal? Motherfucker. Чё у меня есть? Так, мне... Пожалуйста, выбери то. Я не знаю, что это, но выбери. Боже, ты чё делаешь? Иди сюда. О май гад. Выбирать не очень удобно, я бы сказал. Так, вперед. Сюда иди. Садись, поганый. Оп. Вот и все. Не знаю, что здесь сложного. Ну, может, первый просто. И все, мне не дадут ничего стоп брать. Понятно. Спасибо. Вы можете приобрести бензопилу. Бесполезная херня. Она мне так не нужна, бесполезная херня. Директива Мёбиуса номер 3. 3. Ликвидировать подобного СВ-207, близнец. После ликвидации СВ-212 деградация памяти вашей дочери существенно замедлилась. Можно предположить, что его влияние на других подобных также нейтрализовано. По нашим данным, ваша дочь в настоящее время перемещается, вероятно, вместе с подобным СВ-207. Ликвидируйте его данные. Этого эксперимента позволит нам проанализировать динамику и стабильность подчиненной к личности системы STEM. Дополнительная информация. Система STEM использует подчиненных для генерации волн, подавляющих память из-за воли других подобных. Эта функция, в свою очередь, ускоряет их подчинение STEM.
для определения внимания, которые оказывают устранение подобного ретранслятору, но стабильное извлечение подобного в требованном состоянии памяти необходимы дальнейшие эксперименты и исследования. Короче, понятно, будут открываться по мере прохождения двери, будем заходить в них и всякой хрень. А. Я здесь не помню сейфа, честно говоря. Только, видимо, для него сделали. Так. 50 или хп. Наверное, это лучше. Пусть-ка! Я б, может, заработал, если бы меня игра не выкинула. Все, 12 минут играем. Уже первого босса завалили. И скольки из 7? То есть 6, точнее, девушка. Э? Ой, да иди ты на. Знаки памяти, спасибо, не надо. Здрасте. Ну иди сюда. Давай. Вон, пойдемте ХП прокачаем. Общее повышение скорости зачем? Пробел, Enter. Почему нельзя сделать все на... А, нет, можно. Окей. Претензий нет. Так, Hello. Давай, иди ты в гребаную дверь. Я не знаю, что у него за проблемы с гребанными дверьми. Ах да, я еще хотел извиниться за щелчки мыши. Я знаю, что они слышны, я не знаю. Я не знаю почему, но микрофон их ловит просто потрясающе. Можно бить кулаком по столу. Он будет слышать его и то менее сильно. Даже если будет ближе стук, чем клик мыши. Это странно. По-настоящему странно. Все? Что-то странно. Ну ок. А. Ну ок. Типа это должно пугать? Или чего? А представляете, если им придется очень... много телепортироваться. Это же каждый раз анимацию смотреть. А? Привет, мертвый мужик. Чё подобрать?
Здесь что, все превращаются в монстров? Тут появился еще один дядька высокий. Я с ним погулял, потому что он заблудился. Он говорит, что не помнит, откуда пришел. Он все время говорит со своим братом, а я его не вижу. Меня это расстроило, и я решил уйти. Тогда он погнался за мной, когда я оглянулся, он уже превращался в одну из этих тварей. Неужели я тоже превращусь? Здесь все очень странно. Как будто бы все, что было здесь до меня, было давным-давно. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Маны, маны, маны. Может пойти еще прокачаться? То вдруг сейчас охеренно сложный босс будет. Пойдемте еще прокачаемся. О май гад, я же шутил. Почему это пропустить? О май гад. Нет. Нет, в следующий раз я не буду больше возвращаться. Неа. Это по три раза смотреть эту анимацию. Потрясающе. Чё двери выпинывать каждый раз? Кто их закрывает вообще? Ну давай, суть ты, скотина. Минут. За сколько это DLC проходит? За час? Два? Оу, щит. Зачем? Вот серьезно, зачем? Почему не пропустить? Не дать? Не взять? Не сказать. СВ-207, понятно. Стенограмма, подобный СВ-207, близнец, потерявшиеся дети, временная отметка 01. Братишка, как же рад тебя видеть. Без тебя было просто невыносимо. Временная отметка номер 2. Я пришел сюда, чтобы спрятаться, чтобы найти покой. Почему-то я знал, что встречу здесь тебя. Временная отметка номер 3. Да, я знаю, мы согласились помочь, но сейчас я не уверен, стоит ли это делать. Временная отметка номер 4. Нет, я меняюсь. Посмотри на мое тело. Разве ты не видишь? Но почему не меняешься ты? Временная отметка номер 5. Знаешь, я чувствую, что это не только мое тело. Наш разум тоже меняется. Временная отметка номер 6. Как думаешь, для чего здесь эта девочка? Вряд ли она работает на них. Этого просто быть не может. Временная отметка номер 7. Девочка сбежала. Думаю, мы ее напугали. Я ее напугал. Временная отметка номер 8. Та часть, которая не я, продолжает расти. Ты тоже это чувствуешь? Временная отметка номер 9. За мной следит фигура в капюшоне. Это смерть. Временная отметка номер 10. Мы можем поиграть... Как тогда в детстве. Ой, ну, привет. Что мне делать-то, я не понимаю. Чё нажимать? Ну ок. Здрасте. Ну, я нажимаю казнь. Привет. Еще раз. Скотина тупая.
И что мне делать? Просто взял и убил. Ой, ты прокачался. С трех ударов забил. Ёп. О май гад. Так вот что мне делать, я не понял. Забить его. Окей, побежали. Отца. Ни хера себе несколько раз. Я ебал это несколько раз. О май гад! Они не знают меры, и серьезно, это не знание меры. Так, привет, пока. Да ну нахер. Да иди ты нафиг. Уйди от меня вообще. Я вообще против тебя ничего не имел бы. Может быть, ты хорошо выученный там человек. Казнь. Бежим. Я отойти не могу от этой штуки. Так что меня сейчас долбанут, кажись. Как отойти-то от этой говна? Спасибо. Очень нужно пору. Не могу добить. О боже, эта игра. Она такая. Эрн, тыкую просто. Так, я пошел этим. Ой, да. Да. Ну почти же, ну на. Упс. Ну все, я как бы сдох. Бежим. Пока. Тут хилка есть. Обалдеть. Да нахер. Ну и где ты, мать твою? Казнь. На тебе хлебал. Как-то не очень. О-о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 -
Так, отходим.
Так нечестно. А я могу туда нацелиться? Нет? Прощай. Амиго, не трави меня душу. Обалденно, просто все. Да. О май год. Бежим. Пока. Я не знаю, серьезно, ну. Окей. Ну нет, иди сюда. Хрен мы. Подбирать. О май год. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди, пожалуйста. Плиз. Кажись, глазу уже надоел возражать противников. Либо я где-то... Да, вон. Нет. Не вижу. А, вон еще одна пушка. Боже. Сенса такое дерьмо. И добиваем. То есть все, это все добивание крутое, да? А, обалденно. Не видел нигде круче. Магазин теперь можно приобрести наивысший ранг максимального боезапаса. Чего? Вот этих ловушек или динамита, или... Чего? То есть... Вопрос, наверное, стоящий. Директива Мебиуса номер 4. Ликвидировать подопытного СВ-204, детектив. Деградация памяти вашей дочери замедлилась, однако Стэн продолжает подчинять себе оставшихся подопытных. Единственный из них, кто по-прежнему находится в доме, это детектив СВ-204. Получите доступ к соответствующей зону и ликвидируйте его. Дополнительная информация. В настоящее время мы не можем с определенностью утверждать, что смерть подопытного устранения его влияния предохраняет память от деградации. Остается вероятность, что на память подопытных влияет также неизвестный фактор. Следует проанализировать паттерны перемещения девочки и уделить особое внимание неожиданным феноменам. Папаня это прямо так говорит. Дополнительную информацию прямо... Шик. Блеск, красота. Восемьдесят, вы чё? Да. Окей, это возьму. Чё-то дороговато как-то, молот стоит. Чё, всё это, всё место, ну окей. Первая битва с боссом мне как-то больше понравилась. Пришел, забил, ушел. О, привет, библиотека. Так, куда мне идти, да? А, ну ты... Ну ок. Эй, где мои деньги? А, это хилка. Окей.
Бегает такой дрын. Один. Ну давай, иди сюда. На стул. Порож. Ну вот с проходами его какая-то беда вообще. Я не знаю, застревает. Откроем. Еще 5. А следующее? Не, что-то показалось. Ну ок. Hello? Anybody? Anybody dance? Падла. О, я помню эту хрень. Дневник дочери номер 7. Я в порядке. Похоже, дядька в очках лучше не разговаривать. Ее смех до сих пор у меня в ушах звенит. Вряд ли он помнит, кем был раньше. Наверное, чтобы не сойти с ума, мне надо думать о том, что я буду делать, когда наконец выберусь отсюда. Чего я уже посмотрел, если что-то игра? Ари. Хотя я думал, 80 сложнее набрать. Подожди. Подожди на КПШ. И все-таки, как я сюда попал? Очень хочу вспомнить, но не могу. Кажется, я лечилась. Но почему нас с папой это не нравилось? Он говорил, что Рубен может мне помочь, но сам ему не верил. Все равно надо попробовать. Подожди. Жмот. Однозначно. Жмоты. Окей, монетка. Я так понял, у меня туда, куда она показала, но я хочу посмотреться и денег заработать. Здесь, как бы. Привет. Я все равно не думаю, что... Мне дали бы куда-нибудь далеко уйти в этой игре, точнее в этом DLC. Так, сейчас бабайка вылезет, нет? Ага, привет. Я надеюсь, она не закроется, но...
этого опять, ну то есть, как сказать, как объяснить, как сказать, как объяснить, не знаю даже. Могу это прокачать, это могу прокачать. Так. 60. Так, подожди, нет. Вот так. А я, кстати, видел, как эти звуки писались к этой игре. Лизуна там взяли какого-то. Бросаться нечем. Босс, я иду к тебе. СВ что-то там. Не лень. А, то есть я мог прокачаться здесь. Ну, нормально, отлично. Ну, окей, ладно. Архивная запись подобной. СВ-204. Детектив. Этап 5. В ходе четвертого этапа подобный детектив демонстрировал периодическую трату самоосмысления и безотчетные суицидальные тенденции. Мы насчитали как минимум 4 попытки. Также наблюдалась поэтапная деформация тела подопытного. Несмотря на первоначально положительную динамику восстановления, теперь этот процесс развивается в обратном направлении. К настоящему времени подобный полностью утратил самоосмысление, а внедрение чужого сознания является неотъемлемой частью подчинения СТЭМ, память подопытного дезинтегрирована. Речевые навыки минимальны. Окей. Прям как у меня. Джозеф, иди сюда. Я не понимаю, что ты нам над... Оба-на. Я-то тут-то. Где он там? Ну, общий врагов на меня. Потрясающе. Где он? Это кто еще за хрен? Оу. Привет. Гори. Да. Так, пойду-ка я за хилкой. Где хилочка-то? Не помню. Где ХП? Тварь. О, хорошо. Понятно, с врагов можно выбивать. Чё-то их многовато врагов-то. Щелкаем. Ну нормально, пока сцена идет, меня начинают бить. Сцена проходит. Меня бьют, конечно же. Ну может ты сдохнешь уже, а? Прокачал на треть, она не дух. Я здесь. Вот и все. Изи-пизи. Дальше давай.
прокачал мало, чё прокачал. Все равно какого-то рядового противника бью, как не знаю кого там. Ладно, поехали дальше. Коктейль Молотова. Окей. Ага. То есть как, сколько уже? Трое из шести? Или из четырех? Или из пяти? Не хочу. Не доча на мне. Так, 100. Блин. Блин. Окей, это прокачаем. Сейчас. Тут вроде ХП должно быть. Да. Ей. Теперь можно и сохраниться.